Все, что мертво, оно воскресает. Вы согласны со мной? Аминь! Аминь! Проснись, душа.
жизнь, Божий дух, говори, Господь, говори в мою жизнь, Божий дух. Я оживаю, когда говоришь мне ты. Сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я введу дух в вас, и вы оживете, когда я прочится, сделался шум. И вот кости начали сближаться, кость к кости. И увидел я, жил на них, плоть покрыла их, кожа была сверху, а духа не было в них. Тогда сказал мне, изреки пророчества духу. Так говорит Господь, от четырех ветров приди дух, и поверь на этих убитых, и они оживут. Проснись, проснись, душа моя, Дух Божий пусть придет, пока живи, сухие кости, все можешь ты. Проснись, 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 душа моя. Любовь твоя осуществляет мечты, и слово твое Бог дает костям дыхание. Ты мое упование, мое основание, имею знание. Ты рядом, без тебя, Бог, ничего не надо. Ты разбудил мою душу, вдохнул в нее пульс. Только ты мне нужен, Иисус. Проснись, проснись, душа моя, Дух Божий пусть придет. Твоей молитвой сегодня споем еще раз. Проснись, душа моя, проснись. Сухие кости станут живыми. Аминь.
Аллилуйя! Знаете, есть такая сила в крике человека, когда он восклицает Богу. Аминь! И когда Бог дает повеление, он знает, что он делает. И он сказал, воскликните. Аминь. Он сказал, воскричите, возрадуйтесь, воскликните. И есть такая сила в восклицании нашей хвалы. Аминь. Поэтому есть, что бы ни было в твоей ситуации сегодня, попробуй воскликнуть Богу. Попробуй проверить Его обетование в этом. Аминь. Давайте мы воскликнем Богу в нашей хвале. 3, 4. Подожди. И знаете, когда ребенок начинает ходить, он сделает один шаг, неуверенно, второй и падает. Это то, что с нами сейчас происходит. Такое короткое хвала, такое восклицание. Давайте мы попробуем шагов 10 сделать. Бог с нами. Когда мы делаем 10, Он делает 100 шагов к нам. Аминь. 3, 4. Аллилуйя! Возможно, кто-то думает, какая глупость, что мы здесь кричим. Но это Слово Божие, которое ломает все цепи, все оковы, все, что строит дьявол в наших умах, в наших жизнях. И когда ты восклицаешь Богу, Бог дает победу тебе. Если вы согласны со мной, поднимите свою руку. Попробуем еще раз. Сделай это в хвале, не для меня, но в хвале Богу, чтобы прорыв пришел в твою жизнь. 3, 4. Аллилуйя! Когда его празднуют. Аминь. Он сказал, празднуйте. Он сказал, восклицайте, славьте, танцуйте, рукоплещите. Аминь. Бог любит твой праздник. Аминь. Аллилуйя. Мы самая лучшая команда в мире. Что? И скажешь, что?
Земля поет, радости поет. Он в свет одел себя и в страхе меркнет тьма. Thank you.
нашими сердцами. Мы любим Тебя, Господь, и мы поем эту песню хвалы пред Твоим престолом. Велик, велик Господь, наш Бог так велик, наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, идет все. Мы идем не одни, ведет нас в жизни Бог любви. Одной семьей мы стали во Христе. Пусть мир любовь увидит в полноте. Будем вместе до конца. Горят любовью в нас сердца. Дай руку мне, пусть мир увидит вновь, как велика Христа любовь. Мы во Христе одна семья. Его любовь здесь вижу я. Спасибо, мы вместе можем много.
здесь.